поле сидеть ночью на вечерком, трепаться. Тогда у нас будет достаточно таких каких хороших отношений. Мы с ним пиздец. Подожди, а Говорухин, сколько лет ему тогда было? Это был кинотавр 90-х, да? Начали... Да, это вот самый первый кинотавр. Самый первый, это так. Было, ну, ему было ну... на 30 лет меньше, значит, где-то, ну, где-то 45, может быть, так, 50. А мне было где-то 30 с чем-то, 5, там, 35, 30. Так, хорошо. Ну, шли вы бухать и... И ничего, но мы брали стекло. Я почему говорю, что он научил меня пить маленькими глотками. А я же пил водку, заглатывал, а вино глотками. А крепкие напитки, оказывается, можно было пить маленькими глотками. Вот он меня и научил этому, понимаешь? Ну, тоже хорошая история. Да, потому что он решил, что я, вот, так сказать, неправильно пью, надо пить виски вот таким образом. А ты с ним в шахматы играл когда-нибудь? Я его обыграл 2 раза. У нас был счет 2-1. Класс. 2-1. Мы с ним играли на корабле, он был жутко расстроен. Потому что вообще он играл лучше, чем я. Он хорошо играл, да. Да, но я его 2-1 обыграл, потому что он был поддатый, не знаю, на корабле Кобзон нас повез. И у нас с ним была такая, мы сыграли 3 партии подряд. Он первую партию выиграл, а вторую выиграл я, он охуел. И решил меня задрать, и в 3-й партии, я помню, он играл белыми. И он полез в атаку, пожертвовал там слона и проиграл в результате. Так. Был этот самый, как его зовут, 2 брата-акробата, которые место встречи изменить нельзя. Аркадий, этот самый. Вайнеры? Вайнеры, да. Вот Вайнеру я 2-1 проиграл, кстати. Он хорошо играл в шахматы, очень Вайнер. Но это был кобзоновский рейс, где он забрал абсолютно всех, просто всех, кому не лень, посадил на корабль и повез на 3 недели по Средиземному морю. И Харцев был с Ильченко, и Жванецкий, да все там были, и так далее. И я там пел, блин, концерт у меня был. Чтоб такой был, поездка была хорошая. Ну, тоже, и... видишь, какие интересные истории, если начать вспоминать. А я запомнил по-настоящему, что Наташка и его дочь проиграла 3000 долларов в автоматы там. Все годы это было довольно так. Да хуя, честно. Да. Я просто охуевал. Говорю, как же так? Он говорит, да я ей запрещал, Йосиф говорит, запрещал. А она пошла в однорукие бандиты. Это же даже не в карты. Да, я помню, да. Она в однорукие бандиты 3 штуки посрала. Я не знаю, как надо, блядь, как надо было играть. Да. Кидать там несколько.